Осеннее мульчирование. В этот осенний период многие готовят огород к будущему сезону, перекапывают его, вносят удобрения. Все больше трудолюбивых людей уже оценили преимущество так называемого мульчирования – укрытия огорода каким-либо натуральным материалом. Это позволяет не просто сэкономить силы и время на перекопку, но и повысить при этом плодородие, улучшить структуру почвы. Попробуйте в этом сезоне хотя бы одну из своих грядок укрыть теплой органикой. Это может быть свежескошенная или уже прелая трава, или сухое сено, солома, хвойные иголки, опилки. Это можно сделать в октябре. Уже сейчас процессы разложения начнутся, а весной продолжатся. Вы увидите рыхлую полную червей почву в следующем сезоне. На перекопанной и неприкрытой земле весной вы, скорее всего, увидите следы от талых вод, трещины и уплотнения, структуру, которую как бы нужно снова перекопать, чтобы разрыхлить. Открыв грядку, оставленную под сеном, которая разлагается, поедается почвенными обитателями, вы обнаружите насыщенную жизнью рыхлую по структуре, готовую принять и питать растения землю. Преимущество осеннего мульчирования. Влага хорошо удерживается в почве. Отпадает необходимость рыхлить почву, так как укрывной материал препятствует ее пересыханию. А почвенные обитатели получат питание и активизируют плодородие. Образуется новый слой гумуса, который служит подпиткой для растений в весенний период. Семена сорняков хуже развиваются. Мульчировать необходимо достаточно толстым слоем, не менее 15-20 см, но затраты на сбор и укладку мульчи окупятся весной и летом.